Приветствую, с вами Лев, вы на канале Эльдорадо, и сегодня у нас обзор сравнения главных моделей Instax. Раньше самой популярной моделью камер была Mini 9, и совсем недавно вышла обновленная 11-я версия. Чем же они отличаются? Давайте разбираться. Начнем с внешнего вида. 11-я модель встречает нас более округлым обтекаемым дизайном корпуса. Кнопку спуска затвора теперь можно украсить различными накладками. Набор есть в комплекте. Сзади на крышке новой модели теперь есть стильная гравировка Instax. Ремешок тоже изменился на более утонченный вариант. При этом новинка Mini 11 доступна в 5 расцветках. В целом внешний вид стал более современным. Изменения пошли на пользу дизайну, корпус стал на 5% тоньше и легче. Лично мне новая версия нравится больше, однако это не главное. Главное — это изменения по части фото, а они тут есть. Картриджи для моментальной печати фотографий на новой версии улучшились, фотографии стали немного четче и красочнее. Частично это стало возможным благодаря автоматическому контролю экспозиции. Вы спросите, что это значит? Данный тип фотоаппаратов контролирует количество света, который попадает на ваш кадр с помощью диафрагмы и выдержки. Камера сама регулирует значение данной экспопары и подстраивается под условия освещенности. Насколько лучше кадры с 11-го Instax вы можете оценить сами. Мы постарались выбрать разные условия освещения и ситуации, чтобы было нагляднее. Пишите ваше мнение в комментариях, нам будет очень интересно почитать. Отдельного внимания теперь удостоился режим селфи. Достаточно просто потянуть за переднюю часть объектива и включится специальный режим. Макролинза теперь не нужна. Удобно, а главное очень актуально для фото с друзьями. В который раз хочется отметить скорость проявки фотографий. Наши тесты показывают, что достаточно менее 2 минут, чтобы проявленный снимок уже был у вас на руках. И для тех, кто так сильно переживает за свои снимки, мы специально уточнили. Трясти свежие фотокарточки не нужно, они проявляются и без этого. Как вывод, хочется отметить, что на данный момент Instax — это устройство, которое не имеет конкурентов. Для любителей бумажных фотографий еще и в таком моментальном формате это просто незаменимый девайс, который обязателен к приобретению. Если вас заинтересовала данная модель, переходите по ссылке в описании на сайт eldorado.ru и оформляйте заказ. Не забывайте ставить лайки под этим видео и подписываться на наш канал. А с вами был Лев, до новых обзоров, пока! Эльдорадо! Людям выгодно!